Привет, Ник Раммел, сотрудник отдела профилактического техобслуживания. Хочу рассказать о правильной установке нагревателя блока цилиндров. В любом узле, использующем нагреватель бакового типа, шланг должен быть направлен вверх. В этом шланге, как вы видите, есть небольшое проседание. Это приведет к небольшому снижению конвекции, производимой нагревателем. Холод всегда стремится к теплу. Тепло всегда стремится к холоду. Выровняв этот шланг, или по крайней мере направив его вверх, чтобы он ввел вверх, мы улучшаем нашу конвекцию и эффективность работы нагревателя. Если у вас есть любые другие вопросы, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру.